Добрый день, церковь. Рад вас приветствовать. Давайте прочитаем 18-й псалом. Немножко вникнем в него. Написано «Вникай в себя и в учение». Давайте вникнем в учение. Подготовьтесь, пожалуйста, и давайте прочтем вместе. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они — вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возблагодали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Хотелось бы немножко остановиться на 8 стихе из этого псалма. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Вообще, разбирая Ветхий Завет, можно делать большой акцент на законе. Можно даже сказать, что закон, ну и есть такие учения, что закон — это квинтэссенция Ветхого Завета, одна из важных истин. И, в принципе, самый большой псалом, как мы знаем, это 118-й псалом, и там очень много уделено как раз именно закону. Написано: «Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой — утешение мое. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я бедствием моим». И так далее. Очень много мест Писания о законе в Ветхом Завете. Но пришел Иисус, и написано в Римлянам 10:4, апостол Павел говорит: «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». И казалось бы, если буквально воспринимать, да, это место Писания, конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Но важно понимать, что апостол Павел говорит тут мысль больше для иудеев, чем для язычников, да, не для эллинов, а как раз для иудеев, для тех, для кого закон стал главнее, чем сама вера. Не человек для закона, а закон для человека. И важно очень это понимать. Давайте сейчас обратимся опять же к этому месту, только немножко поймем контекст. Римлянам 10 глава с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос и к праведности всякого верующего». То есть апостол Павел говорит нам здесь, что Новый Завет, наш Новый Завет с Христом, делает закон живым, таким же живым, как наш Бог. И очень важно понимать, что важнее закона — любовь. И много историй Нового Завета, которые нам говорят о том, что во главе угла нужно поставить любовь Бога Отца, и применять закон для себя же. То есть закон — это инструмент для нас, для нашего комфорта, для наших отношений с Богом, для исполнения заповедей, исполнения воли Божией. Давайте сейчас помолимся, благословим это служение, день рождения церкви, день рождения Ольги Дмитриевны.
и попросим Бога, чтобы любовь и вера двигали нас в законе. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот чудесный день, Господь, за эту чудесную погоду, которую Ты сотворил, Господь. Как прекрасна твердь, Господь, как прекрасны небеса, Господь, вода, море, Боже, все, как Ты сотворил чудесно, Господь. Пожалуйста, наполни нас своей любовью, наполни нас своим знанием и своим законом, и чтобы закон был для нас, а не мы для закона, Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Yeah.
Красоту серый пепел
тысяч поколений в твоем роде, в твоем роде, в твоих детях и в их детях, да пребудет его милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях. Поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях, да пребудет его милость среди тысяч поколений в твоем роде. Thank you.
Слава Тебе, дорогой Отец. Мы благодарны Тебе, что мы можем находиться здесь. Давайте прославим Его от сердца. Будем славить Его, кто песнопением, кто хлопками, кто просто в сердце своем. Но мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны за то, что мы можем находиться здесь, за то, что мы можем дышать, за то, что Твое дыхание, оно через нас постоянно выходит, и мы напоминаем этим самым о себе, о Тебе, что Ты в нас. Слава Тебе, родной. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе, верный. Потому что здесь верные. Верные, которые знают голос Отца. Верные, которые когда-то отказались от своего «я». Если это произошло много лет назад, то ты видишь перемены. Если это произошло недавно, то ты увидишь перемены. Тогда, когда на царство нашего сердца приходит Господь, когда Он там начинает править, то наше мышление меняется, наше сердце расширяется, окружение меняется, потому что те ценности, которые появляются в твоем духе из-за Его присутствия, они привлекать начинают других людей. Но те, которые были, они вдруг начинают меняться или даже исчезать, потому что Господь знает, что Он делает, потому что дурные сообщества развращают добрые нравы, но то, что является добрым сообществом, то усиливает добрые нравы, потому что в нас есть право осолять и осоляться, освящать и освящаться, и мы принимаем это право от Тебя, Господь. Мы принимаем его сейчас усиленным, потому что в нашу жизнь Ты когда-то зашел как власть имеющий. Мы позволили Тебе войти на трон сердца, чтобы Ты там не просто однажды побыл, а чтобы Ты там остался навсегда. И это тот выбор, который когда-то мы сделали, и он оказался лучшим выбором в нашей жизни. Потому что за всем этим последовали Твои перемены, последовали процессы, в которых Ты, Господь, проявлялся и проявляешься. И я благодарю Тебя, что Ты не молчащий Бог. Я благодарю Тебя, что Ты отвечающий на запросы сердца. Я благодарю Тебя, что Ты открываешь над нами сегодня свои порталы. И мы тот народ, который когда-то услышал призыв, а сегодня говорим: «Твори, Господь, твори эту работу в нас, твори ее такой, как Ты хочешь ее иметь». И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за силу Твоего воскресения. Я благодарю за силу Твоей жизни. Я благодарю Тебя за силу принятия, за силу отцовства и усыновления. Потому что это тоже великая преображающая сила, когда человек начинает осознавать себя сыном и дочерью Царя Царей. Господь, дай сейчас увидеть это каждому, какая это огромная власть и сила. Знать, что мы дети Твои. Не просто дети, а уже те, которые повзрослели, те, которые могут присутствовать в Совете Господнем. И я благодарю Тебя за то, что Ты доступ дал к во святилище, Ты доступ дал нам к престолу славы. И я благодарю Тебя за этот престол, где нас ожидает так много открытий, так много перемен в том, о чем мы молились, просили многие годы. Но Ты говоришь: я задолго предупреждаю, но внезапно делаю. Поэтому мы ждем этого внезапного ветра Твоего, который приходит и окутывает нашу землю, окутывает страну нашу. И мы молимся за Россию, потому что у Тебя есть для нее предназначение. У Тебя есть для нее предназначение. И когда-то муж-македонянин пришел к Павлу ночью, потому что Ты захотел его туда послать. И Ты захотел, чтобы мы родились в этой стране. Ты захотел, чтобы мы жили в этой земле. И кого-то Ты переселил, а кому-то дал родиться. И поэтому мы сейчас говорим: Россия, Ты надобна Господу. Россия, Ты надобна Господу. И мы отвязываем Тебя от прошлых грехов. Мы отвязываем Тебя от идолопоклонства. Мы отвязываем Тебя от всякого хождения чужими путями. Мы отвязываем Тебя от гордости и надменья. Мы отвязываем Тебя от всякого тщеславия. Но мы приглашаем на Тебя и на Твою жизнь, на Твое ДНК, то, что было ДНК праведников, то, что было ДНК святых Божьих в этом народе. И я благодарю Тебя, Господи, что добро сильнее зла. И поэтому даже были единичные, либо десятки, может быть, сотни людей, или тысячи на миллионы, но этого достаточно, чтобы изменить ДНК нации. И я благодарю Тебя, потому что в ДНК этих людей-праведников находилось Твое ДНК.
И я благодарю Тебя, Боже, за Твой взрыв внутри генетики русской души. И Ты пробуждай, пробуждай ее колоколами, пробуждай ее, Господь, своим свежим ветром, пробуждай ее весенними рассветами, пробуждай ее закатами, пробуждай, Господь, страну нашу, пробуждай страну нашу, пробуждай, возлюбленный, к жизни с Богом, к жизни в Боге, к пониманию подлинных ценностей, чтобы не только сама приняла эти ценности, но могла их транслировать. И я благодарю Тебя, что не вечно враг там, где он огустел. Есть сила Твоего ветра Святого Духа, есть сила Твоего дыхания в народе Твоем. И потому пусть сейчас эта молитва святых, она высвободит новую меру дыхания, и пусть ангелы ветра разнесут эту весть по земле нашей, разнесут. О, Россия, Тебе надлежит сеять свет. Прошло время мрака в Твоей судьбе, пришло время сеять свет. О, my blood, Jesus, my God, I love the destination. О, my glory, Каравира Прайс, производи, Господь, эту работу, производи эти перемены, производи эти качественные изменения в умах, в сердцах людей. И мы благословляем нашу землю, мы благословляем нашу землю. О, земля, 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 слушай слово Господне. Твой Господь Бог возвращается, возвращается на землю. И ты, земля, не останешься прежней. Ты не останешься прежней. Мы вызываем к жизни наследство праотцов. Мы вызываем к жизни таланты и дары, которые были в этой земле, загублены раньше. И я благодарю Тебя, Господь, все, что умерло раньше времени, все, что ушло с этой земли под насилием, во имя Иисуса Христа, а мы воскрешаем. Мы сейчас пели, что Ты из костей собираешь воинов. Поэтому во имя Иисуса Христа все кости сухие, становитесь воинами Христа. Становитесь воинами Христа, становитесь воинами Христа, в Его строй, в Его отряды, поднимайся, 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 армия великого Бога, поднимайся, народ многочисленный и сильный, рожденный в духе, знающий трубный зов, понимающий, куда идти и что делать, поднимайся, народ, который знает и разумеет Божье время, Божьи сроки и Божьи дела. И я благодарю Тебя за это, Господь, я благодарю Тебя, Рави, Блода, Седас. Я благодарю Тебя, что на нас печать Твоего благоволения. Я благодарю Тебя, что Ты нас отделил от народов, чтобы сделать нас городом, устроенным на вершине горы. И Ты сказал, что гора Твоего дома, дома Господнего, в последние дни возвысится. Гора дома Господнего в последние дни возвышается. Возвышается. Она не просто возвысится, она возвышается. В Божьем темпе она поднимается, она становится видимой, она становится зримой, она становится для фокуса множества людей, находящихся во мраке и в разрушении собственных судеб. Но Церковь Бога Живого, она сейчас становится как Божий маяк для тех, кто заблудился в океане, как Божий спасательный корабль, который может к этому маяку привести. И я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за это, Господин Жатвы. Как Ты велик, как Ты могуч, как Ты величествен. Ты величествен в Своем Слове. Ты могуществен в Своих намерениях. Ты великолепен в Своей красоте. Слава Тебе! Слава Тебе, родной! О, Jesus! Слава Тебе! Лабеста, скина, прайс! Умножай голос хвалы! Умножай голос хвалы в народе Бога Живого. Умножай, 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 Господь. Преобразуй всякий звук в Твою славу. Звук шафаров, звук инструментов, звук голосов, звук сердцебиения. Умножай в Твою славу, и мы одеваемся во свет. Мы одеваемся во свет, как ходил Адам в Едемском саду. Мы одеваемся в этот свет, и это одежды Твои для нас предназначенные, чтобы свет во тьме воссиял, свет во тьме воссиял, чтобы свет во тьме воссиял, ибо ничто не может этот свет остановить, никто не может его изменить, тьма не может его объять, потому что он во тьме светит. Слава Тебе, слава Тебе, я благодарю Тебя.
Я благодарю Тебя, что мы как церковь говорим, мы доверяем Тебе грядущие дни. Мы доверяем Тебе самих себя. Мы доверяем Тебе наши дома. Мы доверяем Тебе каждое мгновение бытия. Мы доверяем Тебе, любимый. Слава Тебе, родной. Слава Тебе, возлюбленный. Мы в этой надежде живем, в уповании на великое воздаяние нашего великого Бога. У великого Бога нет малых воздаяний. Уже если Он чем-то и наделяет, то наделяет масштабно. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, вечный! Слава Тебе, говорящий и немолчащий Бог! О, слава Тебе! Слава Тебе, что Ты захотел, чтобы здесь родилась еще церковь, которую Ты вел уже эти 8 лет. И я благодарю Тебя за это отпочкование, которое Ты посадил в этом городе для преображения атмосферы, для изменения отношений между собой. Спасибо Тебе, любимый. О, Jesus, glory, craft the dust. Церковь — это упование славы, надежда, упование на Бога нашего. И это якорь крепкий, и это непоколебимый, Богом данный якорь. Слава Тебе! Отец, мы благословляем Тебя среди нас. Мы благословляем Тебя среди нас. Мы благословляем Тебя внутри нас. Мы благословляем Тебя через нас творить волю Твою. Потому что мы в Тебе, а Ты в нас. Мы в Тебе, а Ты в нас. Аллилуйя. Господь, какая это истина. Я в Тебе, а Ты во мне. Скажи эту фразу. Я в Тебе, а Ты во мне. И мы с Тобой одно. Спасибо Тебе, Отец, что мы с Тобой одно, мы слились в Тебе, чтобы эту надежду являть миру. Аллилуйя.
Господь, я благодарю Тебя, что Ты тот, который говоришь, надежда не постыжает. Надежда не постыжает. Вера и надежда идут рука об руку. Вера проведет через многие бури, а надежда будет якорем там, где невозможно выстоять. А любовь, она все покрывает. А любовь, она не проигрывает. Любовь, она побеждает во всех обстоятельствах. Господь, я благодарю Тебя, что Ты умножаешь в нас меру любви и силы Святого Духа, потому что Ты изливаешь в наши сердца Духом Святым свою любовь. А мы сейчас открыты, как сосуды, чтобы Ты наполнял нас больше и больше. Земля обетования, она не отделяет нас 40-летним периодом. Земля обетования не отделена от нас даже годами, десятилетиями. Она уже здесь. Земля обетования здесь, куда мы пришли. Земля обетования, чтобы мы научились жить в новом сезоне, возделывать землю и получать великие урожаи, не просто довольствоваться манной, которая была произведением неба, но довольствоваться теперь сотрудничеством с Богом, чтобы Он вовремя давал дождь, чтобы Он вовремя давал земле рождать, а нам вовремя в нее вкладываться. Господь, я благословляю сейчас народ Твой в этой земле обетования осваивать новые территории, приобретать от Тебя новый навык. И я благодарю Тебя, что все это возможно с Тобой. И поэтому во имя Господа Иисуса Христа я передаю Тебе Твой народ, который рожден от Твоего Духа, Словом Твоим. Это Ты сделал, потому что от Духа рождается Дух. И мы принимаем наш Дух не только рожденным, но уже зрелым, чтобы осуществлять дело Твое на этой земле, чтобы творить волю Твою и делать ее, Господь, действительно до конца совершенной, как когда-то сказал Иисус в уши своего Отца. Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Позволь каждому из нас к концу наших дней сказать эти слова по факту сделанного дела, реализованной программы неба о каждом из нас на 100%, чтобы никто не соглашался на компромиссы этого мира, чтобы никто не соглашался на подделку дьявола, но каждый мог сказать: а я и дом мой будем служить Господу, а я и дом мой служим Господу, а я и дом мой служим Господу, а я и дом мой служим Господу, а я и город мой служим Господу, а я и страна моя служит Господу. Аллилуйя Тебе, Отец! Ты дашь нам эти слова сказать по факту преображенной земли, по факту преображенных городов, по факту всех семей, взятых Тобой в удел. Я благодарю Тебя, Господи, что не Иосиф пошел к братьям, а братья пришли к Иосифу. И потому все наши родные придут к нам, когда у нас есть хлеб. И я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, Иисус, потому что понуждаются в хлебе, а Он сегодня заполняет амбары. Он сегодня наполняет наши сердца и наши кладовые. И я благодарю Тебя за это, Господь. И я поклоняюсь Тебе, Богу жизни, Богу вечности, Богу любви и Богу, который возвращается в лице Иисуса Христа на землю. Мы ожидаем Тебя, и наши очи подняты на высоту небес, чтобы оттуда нам увидеть Твое возвращение уже сейчас. Отец, во Христе Иисусе яви это состояние для явления неба на земле и явления славы на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я благословляю служение дальше. У нас сегодня много разных частей. И пусть разные таланты, разные дары, разные возможности поклонятся сегодня Господу. У нас так много разных праздников сошлось в одно время. И поэтому я хочу, чтобы наше настроение было радостным, благодарным, торжественным и в благоволении Божьем, и в благолепии Его присутствия мы могли находиться. Слава Ему за это. Давайте поприветствуем команду детского служения. Здравствуйте, драгоценные! Шалом, мир Божий да умножится! Поздравляем вас с днем рождения церкви! А тех, кто любит наш город, с днем рождения Санкт-Петербурга! И, конечно, с днем рождения нашего дорогого пастора Ольгу Дмитриевну. Поздравляем! Да. И, конечно же, в этот чудесный
праздничное богослужение, вот несколько детей хотели бы поздравить нашего пастора. Бегом на сцену. Так, пожалуйста, Стефания. Дорогая Ольга Дмитриевна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы у вас были... чтобы вы были хорошим пастором, и есть хороший пастор. Чтобы у вас были хорошие дети, чтобы... чтобы были... чтобы здоровье были, было, чтобы, и чтобы было больше хороших откровений. Спасибо, Стефаша, спасибо, дорогая. Да, и Стефания сейчас вам передаст, вот дети приготовили вам такую медаль, Ольга Дмитриевна, медаль лучше всех, вы для нас лучший пастор, медаль шоколадная, прям по-детски, поэтому можно вручить, дети, выходите, и мы хотим, конечно, помолиться за наших драгоценных, благословенных детей, благословить их на лето и поздравить Ольгу Дмитриевну, да, давайте, друзья, помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за наших детей, которые так любят Господа, за церковь, которую Ты создал, и где дети могут возрастать духовно, за нашего пастора, который нас кормит, греет, питает, как заботливый, добрый пастырь. И мы благодарим Тебя за то, что в этой церкви наши дети, они обретают особую милость в глазах Твоих, что мы их можем снаряжать на добрые дела, что мы их можем научать, что у нас есть добрый пример, пример, который мы можем подражать, как написано, подражайте вашим наставникам, Господи. И я благодарю Тебя, что мы можем подражать, и дети наши, благослови каждого ребенка укрепляться Господом. И этим летом особенным образом все то, что мы успели вложить за этот год, чтобы оно было распечатано, чтобы оно принесло плод Царствие Твое. Благослови все их выхождения и входы, благослови все те места, где они будут пребывать, все лагеря, все поездки какие-то, путешествия, Господь, храни каждого, чтобы никто не погиб, и ангелы Божьи не будут ополчаться вокруг них, оберегать их на всех путях Божьих во имя Иисуса Христа, и народ Божий скажет аминь. О, детки, поздравляете Ольгу Дмитриевну, это хорошо. А теперь, пожалуйста, родственники Ольги Дмитриевны, выйти на сцену. Виля, Артур. Пока поднимается семья. Я быстренько поздравления скажу. Времени, так сказать, время коротко. А ныне слушай, Иаков, но я буду заменять на Ольгу, хорошо? Вы не против? А ныне слушай, Ольга, раба моя, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней или матерней. Не бойся, раба моя Ольга и возлюбленная, которую я избрал, ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Ольгиным, а иной напишет рукою своей, я Господень, и прозовется именем Израиля. Много-много, я думаю, что ты хорошо Исаию знаешь, поэтому можно не продолжать. А те, кто не знают, нас сегодня просто как-то маловато, да? У Ольги Дмитриевны сегодня ночью родился еще один внук. Вот это подарок, да? Вот мы тут пытаемся цветочками, а Аня сразу шестого. Вот, слава Богу. Мы сейчас хотим, чтобы это поздравление, оно было как проявление почтения к тем поколениям, да, которые были до нас, родителей маминых, за саму маму, за нас, за этих деток. И мы хотим спеть песню. Если ты захочешь, можешь нам подпеть. Не выходя на сцену, просто здесь песня будет, которую ты хорошо знаешь. Спасибо большое.
Ангел в небе Господа славят, славу достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Давайте все вместе встанем и споем это. Учится с ангельским пением слиться в хоре искупленных, спасенных Господом, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет. Церковь, с днем рождения, и город, с днем рождения. Слава Богу! Спасибо, спасибо большое. Дорогая Ольга Дмитриевна, так получилось, что на неделе, в семидневный срок, в нашей церкви несколько поводов для радости и несколько дней рождений. Несут вам букет. Давайте еще раз поаплодируем, тем более сегодня. Да, как уже было сказано, Ольга Дмитриевна в очередной раз стала бабушкой. Это здорово. Ваше семейство пополнилось еще одной жизнью. Слава Богу за все молитвы, друзья, и за жизнь рожденную. Даниил, кстати, Даниил родился. День рождения Ольги Дмитриевны. День рождения церкви и день рождения нашего города, за который мы молимся. Три таких праздника на неделе, в семидневный срок. Ольга Дмитриевна, я знаю, и мы все знаем, и очень поддерживаю, потому что мне это настолько близко, что мы молимся за Россию, мы молимся за наш город. И я хотела бы прочитать вам стихотворение, посвятить. Стихотворение написано в 1870 году. Федор Тютчев, наш русский поэт. «Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увидание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них, и эта вера не обманет. Того, кто ею лишь живет, не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет, но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать,
кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел любя страдать. Чужие врачевать недуги своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Слава Богу, спасибо. Да. Ну и, конечно, день рождения церкви. Я хочу пригласить, где-то у нас группа прославления там немножко затерялись. Позовите, пожалуйста, Кирилл. Идите скорее на сцену. Мы хотим поздравить песней, наша русская песня «С днем рождения». И сейчас хотим ее спеть. Вы можете все подпевать, потому что слова будут на экране. Дни и годы, ну а нам всегда дорог наш тот дом, где духовно растем. Вместе Господа славим и навечно оставим свой мы след и потомкам привет. С днем рождения поздравляем нашу церковь, свет Христа, имя Бога прославляем, мы семья одна. Служим Господу вместе, каждый в церкви на месте, под знамена Христа мы встаем. Его свет наполняет нас любви, возрождает песню радости, вместе поем. С днем рождения поздравляем нашу церковь, свет Христа, имя Бога прославляем, мы семья одна. Святый город, покайся, процветай, возрождайся, и в семью мы все благостно ждем. Здесь молитва и сила всех нас преобразила, с верой в Господа дружно идем. С днем рождения поздравляем нашу церковь, свет Христа, имя Бога прославляем, мы семья одна. Поздравляем, мы семья одна. И лидеры служений выходят на сцену с поздравлениями. Ольга Дмитриевна, любимая доченька всемогущего Бога, я представляю молитвенный щит. Я хочу заявить в этот духовный мир и физический, что молитвенный щит... Да, в действии, да, в действии. Молитвенный щит в действии. Молятся люди и день, и ночь. То есть потому что молятся не только Россия, а в других странах. И я благодарю Бога за это. Вот. И благословение, поздравление вам, чтобы небеса над вами всегда были открыты, с благословениями, защитой, утешением, радостью, вдохновлением. И вот этот цветок, это как пророческий зелень, да, вот зеленый, много-много зелени, и это все идет как новое начало,
новая жизнь, то есть новый виток в этой жизни, да, идет 8-й год церкви, и ваш новый год, о, 9-й год уже, да, вот, вдохновение, надежда, избыток. Белый цвет – это святость, чистота, праведность, невеста Христа. И вот этими характеристиками я благословляю нашу церковь и благословляю вас. Аминь. Аллилуйя, слава Господу. Дорогая пастырь Ольга, вот мы с Светланой от имени служения «Сосвободные» и служения «Сонаследники Христа» поздравляем вас с днем рождения и таким словом из Библии, где написано: «И будет Господь вождем вашим, вашего рода, вашей семьи всегда. И во время засухи будут утущать кости ваши, насыщать душу вашу, и будете вы как сад, напоенный водой, и источник которого не иссякает». Аминь. Ольга Дмитриевна, я хочу вас благословить картиной, которая называется «Время воздаяния». Я увидела ее в начале этого года, пришла на служение, и вы как раз сказали, что 23-й год – это год воздаяния. И в день рождения церкви я благословляю вас и церковь воздаянием. Эти семечки – это ваши молитвы, а это плоды. И в видении я увидела, что вот это вот время, оно просто вот плоды, они все высыпались. То есть их настолько много, что они даже не вмещаются сюда. Да. Плоды действительно уже высыпались. И вот мы как уже подтверждение, да, плодовитости, вот эта керамическая такая гранат, да, как фрукт, как символ семьи, символ единства, и все мы в одном. Мы символ священства, мы все в нем, со Христом, и пусть вот этот гранат, он становится больше и больше, наполняется откровениями Господа. Благословляем, здесь есть поздравления и от детей, и все пожелания от нашего детского служения. И вот мы приготовили такой, говорят, дети – это цветы нашей жизни, мы вот хотели бы, чтобы вы помнили в вашем доме, посадите, и пусть эти цветы размножаются и цветут, и благоухают для Господа. Я в лице группы «Порядка» поздравляю вас с днем рождения, с днем церкви. И вот это разнообразие, разноцветие – это как судьбы разных людей, но мы в Боге едины. И пусть все те Божьи благословения, которые Бог приготовит для вас, они обильно воплощаются в вашу жизнь. От всех нас, левитов, ночного служения, мы дарим букет и свои поздравления, семейного счастья, здоровья, любви, чтоб путь свой земной вы достойно прошли. Вы подвигом добрым своим подвязались, молитвы пустыни остались. Вот сцена, вот зал, и в проходах немного. Вот наша церковь, за все слава Богу. Невеста Христа, будь чиста и прекрасна. Молитвы твои не будут напрасны. Жених уже вышел навстречу тебе. Будь предана, верна, возьмет он к себе. И Санкт-Петербург мы еще поздравляем. Стать городом церкви ему мы желаем. Пусть Божья сияет в тебе полнота, и светишь ты ярко светом Христа. Ольга Дмитриевна, я поздравляю вас от служения душепопечения, с днем рождения, лично вас, вашего дня рождения личного и дня рождения церкви. И мы решили от служения подарить вам корзину фруктов. Ну и не просто фрукты, это со смыслом. А смысл такой. Во-первых, фрукты в переводе с латинского языка означают плоды. Это как символ тех плодов, которые вы уже принесли в Царство Божье. Ну, собственно говоря, все мы здесь, в церкви, и за пределами те, кто смотрит и слушает ваши проповеди, плоды вашей верности, вашего посвящения,
Так что первое пожелание будет, чтобы вы принесли еще больше плодов. Потом фрукты – это витамины, это микроэлементы, это активные вещества для жизнедеятельности организма. И пусть ваши проповеди будут наполнены витаминами и всем необходимым для жизнедеятельности церкви. И здесь разные фрукты, самые разные мы собрали, и многие они растут на земле обетованной. Это виноград, здесь оливки, здесь и гранат, и инжир, смоковница, ну и другие фрукты. И среди них есть кокос. Вы говорили о том, что Бог назвал вас, представил вас в виде кокоса, и я хочу, ну, свойства кокоса вы уже говорили, я хочу просто сказать про кокосовую пальму. Кокосовая пальма, которая растет в тех местах, где очень большие ураганы, штормы, сильные ветры, и у нее есть такое свойство, гибкость. Она никогда не сломается. Она может согнуться немножко, но потом она выпрямляется всегда. Поэтому мы желаем вам гибкости во время жизненных штормов. Ну и плоды эти свежие. Специально так сделали, чтобы они были свежие, сочные. Поэтому желаем вам, чтобы вы были сочны, свежи, в добром здравии на долгие годы, чтобы возвещать, что благ Господь. Так что вам корзина фруктов и еще финансовое благословение. Чуть позже передам. Хочу поздравить от всех лидеров домашних групп и вообще от всех лидеров. Хочу поблагодарить Бога, который родил эту церковь. Хочу поблагодарить Ольгу Дмитриевну, которая приняла это семя, как Мария. И я хочу благословить, чтобы небеса Господа всегда были открыты, чтобы Божья благодать всегда изливалась и присутствовала, чтобы Дух Святой всегда здесь был, чтобы помазание текло на Ольгу Дмитриевну и на нас тоже, и чтобы Он прилагал более и более. И мы вам, Ольга Дмитриевна, поможем в этом, как все лидеры. Спасибо. Дорогая наша Ольга Дмитриевна, от служения нитка скрученная втрое, но и как лидеров, вы знаете, хочется сказать, что вы своим примером и просто общением, и, конечно же, слово, все благословения, которые мы получаем от слова, которое вы говорите на служениях, на молитвах ночных, в разных форматах, в разных каких-то ваших, ну, на наших сайтах церкви много чего можно полезного взять. Вы знаете, иногда наблюдаешь просто за вами, и хочется быть вот похожей в поведении на вас, не такой, как вы, а вот в поведении, в манерах, быть вот такой глубокой, и вот за это вам огромное спасибо и просто низкий поклон за то, что не надо иногда много чего вот как бы слышать, просто смотреть, как вы живете, и это для нас огромное благословение и пример. Спасибо огромное. Я хочу добавить всю благодарность и церкви, и вам, Ольга Дмитриевна, и хотел бы сказать, что, ну, здесь уже много слов поздравления сказано, я хотел бы сказать, что пусть Бог благословит и вас, Ольга Дмитриевна, и всю нашу церковь так, как Он может благословить своими благословениями, потому что слов просто не хватает, а Он знает, что нам нужно. Раз-раз. Передаю слово Максиму Лукмазову. Добрый день, дорогая церковь. К сожалению, не могу сегодня физически присутствовать на служении, но слава Богу за технологии, которые позволяют передавать приветы и поздравления, даже не находясь рядом. Ольга Дмитриевна, поздравляем вас вместе с командой прославления с днем рождения. Искренне рад, что Бог дал возможность встретиться с вами на нашем земном пути и не просто встретиться, а быть в одном служении. И вы знаете, очень много было служителей, пасторов, с которыми приходилось мне лично идти бок о бок, но, пожалуй, не встречал такого чуткого отношения к служению прославления, как это чувствую от вас. Вот. Поэтому очень это ценю и благодарю вас за это. Ну а сейчас под громкие аплодисменты наш подарок вам.
Ольга Дмитриевна, хочу присоединиться к Максу. Он сказал, что вы благосклонны очень к левитскому служению, и особенно к нашему танцевальному служению. Мы чувствуем ваше покрытие очень сильно. И 8 лет церкви – это цифра такая, как новое начало, это вечность, цифра вечности. И я думаю, Бог что-то готовит, какой-то новый рубеж, вот, наверное, в эти... ну вот через то, что мы проходим. И верю, вот этот букет, это Иисус дарит нашей церкви как символ любви, любви к церкви. Потому что наша церковь, я тоже верю, что она достигла полноты. И единственная голубица моя, чистая, как единственная, она у матери своей, отличная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, цари и наложницы, и восхваляли ее. Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? И это наша церковь, которая... В любви она делает дела Божьи, побеждает дела дьявола. И наша церковь, она вышла из лодки, как Петр, я верю. Ольга Дмитриевна, знаю всю, ну, как бы, историю, да. Я верю, что мы идем сейчас по этой воде в новый рубеж с верой, с доверием и с поклонением Господу, с хвалой. Мы входим в небеса, и эти небеса, мы приводим в движение, потому что нам дал власть на это Иисус. И эти небеса, они спускаются на землю. Спасибо, Ольга Дмитриевна, что мы здесь все вместе можем это производить. Аминь. Много уже сказали, и я думал, что вам пожелать. У меня всегда очень большая проблема желать что-то тем, кто старше. Вот, я хочу поблагодарить вас за вашу любовь к Богу и любовь к каждому члену церкви, к подросткам, и всегда эта любовь, она нас покрывает, она чувствуется. Я очень сильную вижу значимость любви в Слове Божьем и в самом Боге. Я верю, что Бог есть любовь, и что любовь между нами — это Бог. И я вижу, как ваша любовь к Богу, она покрывает каждого члена церкви и нас, подростков. Спасибо вам за это, вас за это благодарю. Днем рождения. Драгоценная Ольга Дмитриевна, я благодарю Бога в вашей жизни, потому что, пройдя тот уровень жизни, тот опыт, который вы прошли, многие знают о нем, а некоторые не знают каких-то внутренних моментов, внутренних переживаний. Я благодарю, что он в вашей жизни верный партнер, и вы в этом знаете. Вы в этом имеете уверенность. Благодарю вас. Спасибо. Ольга Дмитриевна, я представляю для церкви, скажу, что тюремное служение нас немного. Но это только так кажется, потому что вся церковь, она причастна к этому служению. И это ваше служение. Мы благодарим вас за то, что вы от начала наставляете нас в практическом христианстве и учите нас освобождать измученных на свободу. И вот этот букет удивительный, он из цветов и конфет. Но он принадлежит, ну, как бы, и к вашему дню рождения, и к церкви дня рождения, и к городу. Потому что вот красный цвет – это олицетворение крови Иисуса Христа. А корабль – это служение, и алые паруса – это символ нашего города. Мы хотим сегодня пожелать вам, чтобы попутный ветер Духа Святого всегда наполнял паруса вашей жизни и вашего служения. Ольга Дмитриевна, с днем рождения! С днем рождения, церковь! С днем рождения, город! Будьте благословенны! Аминь! Ольга Дмитриевна, мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям. Сегодня тройной праздник. Ольга Дмитриевна, у вас четверной праздник. Это открытая дверь в небеса. И от молитвенного служения церкви, от страж, которые стоят на стенах церкви. Вот этот букет – это церковь, это все мы. Здесь есть лилия,
она не до конца раскрыта. Это тот потенциал, который вложен в вас. И вы поднимаете рядом с собой бутоны, какие-то уже побелели, какие-то еще совсем зелененькие рвутся вверх, служения, служители, и вы никого не останавливаете. И вот видите, они все поднимаются, а вокруг 12 роз. Божья полнота – это молитвенное служение церкви, это стражи, которые всегда стоят на стенах, и свет, вокруг свет, там нет тьмы, и Дух Святой над всем. Спасибо вам! Поздравляем! Пишите, пожалуйста. А сейчас я предлагаю всем вместе со мной утвердить победу Иисуса Христа в наших жизнях. Со мной твоя победа в смятениях и скорбях. Со мной твоя победа во всех прошедших днях. Твой образ чистый, светлый я вижу пред собой, когда ж бушуют ветры, суд на крест большой. Со мной твоя победа, воскресший Божий Сын. Со мной твоя победа средь сумрачных гордин. Я озаряю славой воскресшего Христа и отдаю по праву Ему свои уста. Я вижу, 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 я слышу этот звук, когда все ближе, ближе войска с небес идут. Я слышу топот конный и трубный Божий зов, и в кладезь преисподней отринула врагов. Я праздную победу средь горя и беды. Мне страх совсем неведом, когда на троне ты. Коль вынут меч из ножен, не поверну назад. Ведь мне всего дороже твой благосклонный взгляд. Со мной твоя победа идет и день, и ночь. Со мной твоя победа не в силах превозмочь. Никто во всей вселенной не может отвратить то, что определил ты земле, тому и быть. Великий, всемогущий Господь и мой герой, ты, Абба, Отче сущий, идешь передо мной. Ты научаешь радость хранить, не отдавать, и крепкой веры сладость из уст твоих принять. Я научаюсь жизни под кровом Божьих крыл. Я научаюсь слышать все, что ты говорил. Я рассекаю верой свой личностный маршрут и вижу справа, слева тех, кто с тобой идут. Я научаюсь видеть твой образ на других и с восхищением слышу твой голос через них. Я праздную победу над чернью мысли зла и радуюсь, что сердце тебе я отдала. Я научаюсь строить свой дом не на песке. Я начинаю поиск сокровищ на земле. Я прохожу долины напасти и теней, чтоб жить не половиной, а полнотою дней. Я праздную победу в тернистости дорог. Я принимаю с неба живительный поток. В трепещущем смирении я к трону подхожу и путь преображения твой чистый нахожу. Я праздную победу воскресшего Христа и радуюсь, что жизнью наполнились уста. Я праздную победу сейчас и здесь и там, и ни одну победу врагу я не отдам. Так пусть гремят салюты здесь над страной моей в честь совершенной жертвы Христа для всех людей. Так пусть звучат шафаром Руси колокола, чтоб каждая душа весть благую приняла. Слава Богу, друзья, всем огромное спасибо. Это те генералы Божьи, офицеры Божьи, за которыми стоят команды, сидящие в зале. Поэтому благодарю всех, кто служит, кто трудится. Кто еще не нашел свое место, поторопитесь. Потому что рожденные свыше не могут сидеть без дела. Поэтому будьте активны в Божьем деле. Спасибо огромное всем. Слава Богу. Слава Богу. Принимайте, Ольга Дмитриевна, поздравления.
Церковь принимает поздравления. Слава Богу. Я рад за сегодняшний день, за сегодняшнюю возможность, за честь представить Ксению, Михаила, Ярослава, как у них была возможность когда-то представить меня в передаче лидерского служения. Сейчас я представляю их. Ребята приготовили очень крутой, мощный пророческий акт. Я видел первый пророческий акт, я видел второй. Ребят, но вот этот мы видели и на молодежном служении. Честно, я был вдохновлен лично. Лично вдохновлен, меня это так прям тронуло и коснулось. И я сейчас хочу, чтобы мы прям активно в это вошли, то, что ребята хотят передать. Прям активно в это войдите, окунитесь в это, прям будьте участниками этого. Мы благословляем каждого, мы благословляем их, мы благословляем аппаратуру. Слава Богу! Во имя Иисуса Христа. Аминь. То, что вы увидите сегодня, да, это Виктор нас представил уже, наша прекрасная красавица сегодня, Валерина. Она будет представлять русскую душу. Русскую душу, которую уже сейчас вы видите, и она спящая. И сейчас этим номером мы ее пробудим. Можно музыку? Больше в мире тьмы не живу я, любовь свыше ко мне пришла, победа в жизнь мою вошла. Зажегся огонь внутри меня, в мире света теперь живу я. Тьма ко мне не приближается, сердце радостью наполняется. Духи любви я сильна, ее сила и пленена, и страшна я теперь сильна. И это песнь пробуждения. Победоносную вышнюю силу освобождая, крылья свободы в полете разправляя. Огонь любви с тобой зажигая. Так всегда мы побеждая, мы смеемся тьме в лицо. И все ее планы рушатся у креста. Мы говорим, не состоится и не сбудется. Вот и гора пред нами, вот и гора пред нами, вот и гора и равнина. Голос выше зовет меня, он обещает, что все пройду я, светом путь мой озаряет, и в небо меня поднимает. И вот тьма из жизни ушла, страдания и боль теперь не для меня, радость права своей вступила, меня наполняет великая сила. Я сражаюсь в ее победе, ею разрываю страдания сети. Вышний дух на моей стороне, я все могу, он поет во мне. Победоносную вышнюю силу высвобождая, крылья свободы в полете расправляя. Огонь любви с тобой зажигая. Ха-ха-ха! И все ее плоды.
не рушатся у Христа. Не говори мне, состоится и не сбудется. Вот ты гора пред нами, вот ты гора пред нами, вот ты гора Пирамида. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Страх не влияет на меня, больше в мире тьмы не живу я. Любовь свыше ко мне пришла, победа в жизнь мою вошла. Потоки любви жизнь наполняют, мудрость и сердце и ум направляют. Двери света для меня открылись, небеса на землю опустились. Я устремлена к полной победе, путем своим наслаждаюсь на свете. С Иисусом вселенной мы правим, и эту песню провозглашаем. Победоносную лишнюю силу высвобождаем. Крылья свободы в полете расправляем. Огонь любви с тобой зажигаем. Как всегда мы побеждаем. Мы смеемся тьме в лицо. Ха-ха-ха. И все ее планы рушатся у Христа. Говори мне, состоится и не сбудется. Вот ты гора пред нами, вот ты гора пред нами, вот ты гора Пирамида. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ольга Дмитриевна, «Россия для Христа» для вас не просто лозунг, фраза и слова, а Божие послание Всевышнего Творца – раскрыть природу Бога в человеке, Небесного Отца, которое покажет направление, оденет в доблесть, радость и смирение и даст свободу, выбор, наставление, обетование – предназначение, рождение свыше, посвящение, гармонию и вдохновение.
познать свободу, власть, накал, сражение, увидеть тайны, чудеса и пробуждение, принять защиту, милость, уважение, почувствовать поток любви, прощение. Стрелой летит послание Божье в поколение для множества людей, для сердца откровение. Меняет судьбы и ведет в спасение, дает нам стойкость, верность и терпение, познать и ощутить победу завершения. Россия для Христа уже для всех посланием стала Небесного Отца. Хороший Божий клич, хочу я вам сказать, тут нечего прибавить, тут нечего отнять. Ликуй, земля, ликуйте, небеса, и вместе с Богом крикнем: Россия для Христа! Друзья, поднимем Божье знамя вверх, и пусть Господь благословит нас всех! Будьте все благословенны! Слава Богу за всех воинов, друзья! За всех страждущих, жаждущих служить Богу и молиться за страну. У нас здесь есть еще свихри из других городов, из других даже стран приехали сегодня поздравить нас. И я благодарю всех, кто откликнулся когда-то на призыв, и кто сейчас вместе с нами на той стороне экрана. Огромная вам благодарность за то, что вы встали за свои города, встали за свои земли, встали за свои области, даже поселки, потому что каждая часть земли, она Господня. Она Господня, и Господь скоро возвращается, и Он позволит нам дождаться Его прихода и сказать: вот тебе твое с прибылью. Преображенная земля, преображенные города. Слава Богу, и вам огромная благодарность. Спасибо, спасибо всем. Клеветали нас и замарать, осуждали, вызывали суд, нас сломали, но нас не сломать, мы стояли. И будем стоять, нас травили, но церковь не спала, в катакомбах гонения Христа звала. Не побеждена, врагу не отдана, но усилена. Клеветали нас не замарать, осуждали, вызывали суд, нас сломали, но нас не сломать, мы стояли и будем стоять. Нас травили, но церковь не спала, в катакомбах гонения Христа звала. Не побеждена, врагу не отдана, но усилена. Россия для Христа, в ней дух живого Господа, под власть державного царя отдана. Россия для Христа от основания избрана, отделена, помазана, услышана. Мы большая, великая страна для пробуждения, полоса на границах, там, где кровь отцов проливалась, кричит и услышана. Мы прощаем врагов, но свое вернем, миллионы людей для Христа берем. Цена заплачена, и моя страна спасена. Мы большая, великая страна для пробуждения. Полоса на границах, там, где кровь отцов проливалась, кричит и услышана. Мы прощаем врагов, но свое вернем, миллионы людей для Христа берем. Цена заплачена, и моя страна спасена. Россия для Христа, в ней дух
отделена, помазана, услышана. Россия для Христа! Россия для Христа! В ней дух живого Господа, под власть державного царя. Вот она! Россия для Христа! Передаем Россию в руки Христа. Иисус, забери эту страну. Соверши то, что ты определил для нее. Дай свои знаки. Поставь свои восклицательные знаки и запятые там, где люди ставят точки. Соверши свою огромную работу с большой страной и удиви весь мир. Удиви весь мир своей возможностью миловать, спасать, преображать и ставить на камни ноги. Хвала тебе, Господь, что ни одна молитва не осталась на земле. Если она к тебе направлялась, она там сейчас благоухает. И ответы и воздаяния твои уже на земле. И мы скоро станем живыми свидетелями чуда Божьего над целой страной. Аминь. Спасибо, спасибо, слава Богу. Приветствую, церковь. Да, сегодня особенный день, особенный месяц, особенное время. Поэтому я хотел бы пригласить сейчас к сцене всех тех, у кого в этом месяце день рождения. В мае, да, в мае. Сегодня май. Вот, поэтому, пожалуйста, подходите. Я думал вообще над этим временем, над этим месяцем. Весна, да, у нас особенные плоды в этом месяце. Сколько много человек. Какие ассоциации у меня вызывала весна? Это свет, это вода, это зелень, это новая жизнь. Вот. И так много праздников на этой неделе, в этом... времени, в этом месяце. И
еще один праздник есть, на самом деле, про который не было пока сказано, вот, который закончился вчера, и это не День города, это Шивот. Кто... Он еще будет впереди? А, ну да, евреи празднуют вроде как по 27-й, да. И я посмотрел, что это за праздник, вот. Это праздник... Евреи празднуют слово, которое им было подарено, и заветы. Также это праздник новых плодов. Вот. И я подумал, что слово, которое нам подарено, это как тоже прообраз Христа. И слово, которое мне пришло, когда я думал над тем, что я хотел бы вам пожелать, какое слово вам сказать. Это оно сказано в Евангелии от Иоанна. Я зачитаю, вы можете вместе со мной, потому что оно общеизвестное. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Я бы хотел пожелать вам всем, чтобы этот дар, и не только вам всем на самом деле, в церкви, себе и всем, кто смотрит нас, чтобы этот дар, который нам подарен, чтобы он воплотился в нас, чтобы мы были пронизаны словом, чтобы мы полюбили слово, чтобы можно было в этом стихе на самом деле прочесть его вот так вот. И слово стало плотью в нас, воплотилось в нас, и обитало в нас, и исполнило нас благодатью и истиной. И все вокруг видели славу Его в нас, славу как единородного от Отца. Вот. И также заповедь. Евреи получили слово и заповедь, и поэтому заповедь новую даю вам также. Заповедь «Да любите друг друга». Можете тоже вместе со мной. «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Поэтому я благословляю вас, чтобы вы растворились в слове, чтобы, как тот корабль, в котором заменили все досочки по очереди, в какой момент понять, что он уже не тот корабль, который был до этого. Чтобы вот слово, которое входит в вас каждый день, которое вы слышите и слушаете и применяете в жизни, чтобы оно так же, как этот корабль, в какой-то момент просто стало понятно, что уже не вы живете, но Иисус в вас. Поэтому я благословляю вас. Такой обильный плод в этом месяце. Город... благословляю. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо церкви. Аминь. Я буду говорить слово о финансах, поэтому вы можете получить поздравления. А слово о финансах будет очень короткое, потому что времени мы убегаем вперед, а после нас сразу мероприятие. Вы же все с благодарным сердцем всегда хотите отблагодарить, да? Я сейчас говорю не про Ольгу Дмитриевну, а про Господа, за то, что он нам даровал такую возможность находиться здесь все вместе. Скажу такую одну, наверное, фразу основную и закончу. Когда мы с вами... Спасибо большое. Когда мы с вами боимся боли или боимся чего-то плохого, негативного, то наши нервы чувствительные, они постепенно... уменьшаются, и мы перестаем чувствовать эту боль, мы к ней привыкаем. И дело в том, что когда у нас такие нервы уже нечувствительны, и мы не чувствуем эту боль, мы потом не можем нормально ощущать радость, нормально ощущать эмоциями. То есть нам сложно, если мы отказываемся от того, чтобы ощутить и пережить любовь, мы отказываемся от того, что мы сможем действительно ощутить и пережить любовь и счастье Божье. Я сейчас не призываю вас бежать в боль, я вас призываю по-другому на нее посмотреть. О том, что в вашей жизни происходит, это для того, чтобы показать, как сильно Господь вас хочет показать вам любовь.
Когда Иосифа, спасибо. Когда Иосифа посадили в темницу, он не понимал, что происходит. Но пережив это, он подготовился, его характер был сформирован именно потому, что он проходил через те трудности, которые он проходил. Хочу, чтобы каждый из вас оценил свою жизнь, и вы осознали, что то, через что вы проходите, это Божья любовь, проявленная к вам. И когда мы смотрим краски, есть темные, есть светлые. Когда мы кушаем, есть соленое, есть горькое, есть сладкое. Это все дает вот эту вот картину, этот букет. Он раскрывается тогда, когда есть все множество. Также, когда есть какие-то страдания, либо какая-то радость. Это все, что дает краски нашей жизни. Поэтому хочу, чтобы вы посмотрели Божьими глазами на то, где вы сейчас находитесь. И возрадовались, и возликовали. А теперь давайте будем сеять. Отец мой небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты нас полюбил, за то, что Ты дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Ты даешь нам мудрость, чтобы правильно распределять свое время, жизнь, свои финансы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты вокруг нас поставил тех людей, которые сейчас находятся. Они нас учат, они как металл, металл точат. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты доведешь ту работу, которую Ты начал, до конца. И мы, Господь, станем теми новыми корабликами по досочке, как сказал Натан. Аминь. Господь, мы благословляем сейчас этой песней. Мы благословляем страну нашу. Мы благословляем землю нашу. Мы благодарим Тебя, что мы можем благословлять Россию. И в эти 2 часа, когда мы можем, Господь, это делать, с участием каждого человека, не только в зале, за его пределами. И мы поем «Аллилуйя», и мы воспеваем Твое имя, и мы превозносим Тебя над обстоятельствами. Благодарим Тебя, живого Бога. Страх убегает от каждого, кто исполняется верой, кто исполняется силой Духа Твоего, Словом Твоим и властью Твоей. И мы славим Тебя. На всех рубежах мы славим Тебя. Во всех обстоятельствах мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Твое имя, высокого Бога. Слава Тебе! Вижу я, как страх бежит.
надежда моя. Ты победил смерть, воскресший Отца. Как он упеть, смерть и шторма и гром. Громче и громче, хвалу мою услышь, Господь. Мы поклоняемся Тебе с осознанной хвалой, с осознанной благодарностью, потому что все, что здесь было сегодня уже представлено, это Твоя часть. Это Ты трудишься с сердцами, это Ты одарил дарами, это Ты производишь свой порядок, это Ты производишь желание и жажду служить Тебе и поклоняться. И я благодарю Тебя, потому что все от Тебя, Тобою и к Тебе. И когда-то мы со всеми результатами своей жизни вольемся в Тебя уже в небесной сфере. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что сейчас время преображения, время переформатирования. И мы принимаем от Тебя. Мы принимаем новые форматы для новых дел. Мы принимаем новые возможности для новых задач. Мы принимаем от Тебя участие во всем, что Ты нам поручаешь. И мы сделаем это. Мы сделаем это, потому что весь город придет в движение от Твоего присутствия. Боже, нам не надо будет ничего для этого особого делать. Мы делаем это сейчас. Мы готовим свои сердца. Мы готовим свои сосуды. Мы готовим себя для Тебя, чтобы одеваться в Твои одежды. Одежды хвалы, одежды благодарности, одежды почтения, одежды праведности. И я благодарю Тебя, потому что все, что мы делаем с Тобой, это на самом деле имеет вечное продолжение. И мы благодарим Тебя за это. Мы Тебе поклоняемся, Богу вечности и Богу любви. И поэтому во имя Иисуса Христа мы благословляем все посевы, мы благословляем все финансы, и мы говорим, что это хлебы и рыбки, которые размножаются на тысячи и на миллионы людей. Слава Тебе, Господь, что самое малое в руках мальчика, но переданное в Твои руки, оно начинает быть готовым накормить миллионы. И я благодарю Тебя, что мы говорим миллионы, населяющие Россию, миллионы, населяющие русскоговорящий мир в разных странах, да будет каждый накормлен, накормлен хлебом, шедшим с небес, напоен водой, животворящий, принимающий мед и молоко, принимающий от Тебя елей, который разрушает чужое ярмо. И мы принимаем такую силу помазания, которая совершает эту работу. И я благодарю Тебя, что Твое иго благо и бремя Твое легко. И все, что Ты нам поручил, Ты с нами это осуществляешь. И мы принимаем от Тебя жребий с освященными, потому что Ты когда-то осветил нас и соединяешь сейчас в этот пучок света, который тьму пронзает легко. Слава Тебе за это. Благословляю сейчас наши сердца, уши, чтобы они были обрезаны для слышания Божьего голоса, чтобы наш дух был в состоянии принимать семя, которое нас преобразует изнутри. И поэтому мы можем сказать: это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся в Божье присутствие. Итак, друзья, сегодня я хочу вместе с вами уже теперь частично, сколько успею, сказать о верном начале. Мы сегодня слышали о новом начале. Это действительно важно, иметь новые начала в том, когда ты дошел до правильного финиша в предыдущих началах. Когда ты уже имеешь какую-то готовность
перейти рубеж и идти дальше, потому что у тебя есть что-то за плечами, потому что когда у тебя есть уже какой-то опыт, какие-то понимания, как Бог вообще действует, Бога предсказать невозможно, но все-таки какие-то моменты уже отложились в наших сердцах. И поэтому верное начало подразумевается очень много важных факторов. Первое — это правильное время, также правильная идея или дело, а также человек. Без человека Бог верное начало не может осуществлять, если мы говорим уже о Земле. Когда-то Он верное начало запустил во Вселенной. И это верное начало мы читаем в книге «Бытие», где мы можем смотреть: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Я думаю, что каждый из вас знает, что мы имеем цикличность в истории. И если когда Бог начал творить, то был определенный хаос, но Дух Его носился, и Дух Его передвигался так, чтобы вся эта атмосфера пропиталась самим Богом, чтобы все, что будет выходить из Его уст, производило результат. И так как цикличность, так как есть у нас последовательность человечества, оно входит опять в точку отсчета. И сегодня тьма как никогда усиливается. И мы читаем эти слова в книге уже Исаии, что тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь. Вот она цикличность. Как там тьма над бездной, так и сейчас тьма, проникающая в сердца тех людей, которые открыли себя для этого, дальше воссияет свет великий, но не над всем, а над какой-то категорией людей, которой надо просветить тьму. Я думаю, что вы уже понимаете эту взаимосвязь, когда мы оказались с этим названием «Миссия свет Христа». Я уже говорила о том, что мы его не выбирали. У нас даже было желание его заменить, но не получилось. Не получилось по ряду причин. Во-первых, Господь не дал, а во-вторых, это все документы на церковь были оформлены, прежде чем открылась церковь. Это удивительно. Вот как так Господь за год уже это сделал? Не буду говорить про нюансы, но мы, когда уже определили, что церковь открывается, документы уже были с этим названием. И это все предварение Божьего участия в том, что мы делаем. И потому свет Христа – это то, что должно произойти, опять же, в начале здесь, а у нас теперь уже в нашем финише человечества. «И сказал Бог, да будет свет». Друзья, когда Бог что-то скажет, оно явится. Он не стал просить: «Свет, явись как-нибудь». Он сказал: «Да будет свет». И поэтому он сказал, чтобы эта церковь была. И она стала. Еще и с таким именем. Свет Христа. Потому что мы живем в это последнее время, и сияние света должно перекрывать тьму и мрак. Потому как есть еще время до завершения человеческих судеб в том варианте, который нам известно. И вот это время короткое, которое осталось, оно очень большой ответственностью ложится на наши с вами плечи. И сегодня уже Натан говорил про силу слова. И посмотрите, в начале было слово. Это мы уже читаем из Евангелия от Иоанна. В начале было слово. И потому Бог сказал: да будет свет, и Он пришел. И, кстати сказать, свет – это некоторые компоненты, которые являются и волновой природой, и в то же время способностью давать жизнь всему живому. Потому что, смотрите, четвертый день творения – солнце и луна. Но трава и вся зелень уже появились раньше. Как без солнца это может быть? Потому что уже свет воссиял от самого старта, от первого дня творения. И потому, когда мы начинаем понимать, что свет – это энергетика, это то, чем мы можем обладать и носить ее, либо прятать. Это выбор каждого человека. Но Христос уже предупредил, чтобы свет ставили на поверхности, вверх поднимали, чтобы все видели, а не прятали его под сосудом. И потому, друзья, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вот это слово сегодня живет в нас. Я не знаю, насколько вы это сейчас уловите, но представьте, что в начале, и самое начало, которое вообще всего творения, было у Бога слово. Оно было в нем. А сегодня Он говорит, оно было в начале у Бога. В начале было у Него, а теперь оно где? Все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Видите, три раза о начале и о том, что все через Него, все им и все к Нему. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. Вот что такое жизнь, когда ты или я исполняемся Его светом. Свет нужен для нашего разумения, свет нужен для принятия решений, которые мы принимаем по жизни неоднократно, даже за день. Свет нужен для того, чтобы мы могли чувства свои защищать или исцелять и получать от Него эти инструменты для внутреннего восстановления. И потому свет во тьме светит, и тьма его объять не может». Это Божий тезис, который даже как аксиома, да, то есть его не надо доказывать. Свет во тьме светит, и тьма его объять не может. Хоть и много тьмы сегодня вокруг, но она боится света. Как мы можем прогонять тьму, друзья? Очень легко. Просто быть светом. Просто быть светом. Являть этот свет тому миру, среди которого мы живем. И это образ мышления, это образ отношений, это образ посвященности. И вы знаете, к концу времен то, что Бог будет делать со своей церковью перед Вознесением, это параметры, о которых я говорил в прошлый раз. Это страх Господень, это чистота, это святость. Это вот три параметра, которые будут формировать невесту. И поэтому сегодня наш выбор. Я просто могу остаться христианином, верным христианином в чем-то, но жить в компромиссной где-то жизни, либо еще как-то для себя рисовать картины прошлых взглядов на христианство. А Он творит все новое. Не потому, что в старом было все неправильно, а потому, что мы растем из того корня, который был до нас. И потому новые ростки, новые побеги, новые плоды, новые возможности, преобразующие формы – это то, что делает Господь сегодня в наше с вами время. Итак, друзья, для нового начала нужен человек сейчас на земле. И как Бог делал свое начало, когда менял какие-то сезоны. Например, Ной. Для того, чтобы изменить сезон, он избрал сначала человека. И готовил Ноя, и давал ему задание, что надо делать. Многие говорят, что Ной строил ковчег 120 лет. Мы не можем этого найти в Библии. По крайней мере, здесь это не сказано. Просто будет жизнь человеческая 120 лет как ограничение. Но сам Ной, сколько он строил ковчег, есть у евреев некоторое понимание, что было 2 года, а остальное время до потопа давал Господь возможность людям войти в этот ковчег, принять спасение. Но всем этим люди не только пренебрегали, а пренебрегали Моисеем, Ноем и смеялись над ним. Вот эти годы Ной ожидал, когда же исполнится Божье Слово. Посмотрите, как похоже это на нас, друзья. Когда мы получаем откровение о будущих днях, о грядущем Его Вознесении. И, кстати, вот тот праздник, который у нас как раз в России праздновался тоже на этой неделе, это Вознесение. И к Вознесению надо быть готовыми. Мы сегодня фрагмент этого прочтем, но я хочу, чтобы мы сейчас для себя поняли, а насколько я готов к Вознесению. Когда-то один человек задал Богу вопрос: «Господь, когда ты возвращаешься?» И он слушал очень много эсхатологов, которые говорили каждую свою точку зрения, и он немножко и запутался в этих точках зрения и сказал: «Ну когда же?» И он услышал: «Сегодня». Он так встрепенулся, говорит: «Ты серьезно?» Он говорит: «А ты хочешь на самом деле знать?» «Да, хочу». Так вот, живи каждый день, как последний. И ты будешь готов ко встрече. И вот, друзья, что нам важно понимать, что у нас есть дело, которое нам Бог поручил на этой земле. И это дело мы не можем сейчас просто переложить на кого-то, а задать Богу вопрос: «Господь, вот дело, которое я сейчас вижу, которое меня сейчас волнует, тревожит, либо какие-то вопросы, которые я не могу решить, дай мне понять, это ли моя часть, которую мне надо изучить и стать соработником Твоим в Твоем Царстве». Поэтому Бог ищет человека для того, чтобы начать какое-то служение. Может быть, ты сегодня сидел и думал: «Но нет того служения, в которое я хотел влиться». Может быть, потому что мы далеко еще не все служения охватываем. И, кстати, не все служения вышли. У нас еще есть служение исцеления, у нас есть служение, вот как вы видите, медиа-служение, у нас есть служение радио отдельно. И поэтому много есть таких вакансий, куда можно было бы вливаться. Но если вдруг и это тебя не устраивает, то ты можешь сказать: «Господь, я хочу начать служение. Покажи, какое». И будешь родоначальником чего-то нового тоже в правильное время, надеюсь, потому что сейчас его нельзя терять. Если мы посмотрим еще на некоторых людей, которые начинали какие-то божьи
движение. Это Авраам. Авраама Бог вывел из Ура Халдейского и занимался с ним одним. Сколько лет прошло? Мы читаем-то на нескольких страничках, и вся жизнь Авраама проходит. Но Господь работал с ним достаточно долго, и у Авраама было много вопросов, почему надо было выходить из Ура, почему надо оставлять всю цивилизацию, в которой он привык. Могли быть эти вопросы к Богу, могли быть вопросы к окружающим, но однако Господь ему сказал: «Выйди, Авраам». И прошли годы, но Господь сформировал себе народ, из которого пришел Иисус Христос. Поэтому видите, как панорамно Бог смотрит на судьбу человека. А нам сейчас наши трудности кажутся совершенно непонятными. Мы говорим: «Господи, в чем дело?» Подобно Иосифу, о котором сегодня уже звучало. Иосиф мог задаваться этим вопросом, но мы видим финиш жизни. Иосиф, пройдя трудности, мог не только проложить путь, он приготовил житницы, он защитил многих людей от голодной смерти, потому что был послушен Богу и потому что Богу был нужен человек в нужное время. Тогда, когда много урожая, Иосифа могли также доставать эти вопросы. Зачем собирать столько урожая, его и так много? Но Бог дал сон не Иосифу, а фараону. А Иосиф только истолковал. Но фараон говорит: «А теперь ты это исполнишь». Посмотрите взаимодействие, взаимосвязь, когда Бог кому-то власть имеющему дает направление, как важно, чтобы люди из Божьего Царства подхватывали это и могли в этом двигаться также. И поэтому у нас сегодня, как у страны, задача, у нас сегодня, как у города, есть ответственность, у нас сегодня, как у церкви, особая ответственность, потому что Иосиф – представитель церкви, Моисей – представитель церкви, Авраам – представитель Божьего народа, Ной – представитель последнего времени, хотя давно живший. Но мы всю эту картину начинаем понимать: «Господи, я вижу только цепляющим взглядом себя. У меня же только взгляд на то, что я прожил сколько-то лет, и сколько-то наперед я могу отчасти видеть или догадываться. А у тебя-то взгляд масштабный. Ты-то смотришь на весь мир. У тебя-то есть задачи, которыми ты меня не оскорбляешь маленькими, а даешь большие для того, чтобы со мной их осуществлять». И поэтому, друзья, наши трудности – это учителя. Наши непростые задачи – это вопросы, которые нас понуждают иметь отношения с Богом больше, чем вчера. И вот эта потребность в Нем, это потребность в небесных сферах, которые начинают управлять нашими судьбами. Итак, друзья, когда мы начинаем понимать, все имена, которые я перечислила, это люди эпохи. Ной – это новая эпоха, Авраам – это новая эпоха, Иосиф – это спасение от голода, и Моисей – это новое состояние отношений Бога с Божьим народом, когда Он дает свою Тору. Итак, мы сегодня с вами как раз услышали, что есть еще один праздник, в который сегодня весь мир празднует, а Россия будет праздновать чуть позже, но такая уж у нее судьба, все время что-то где-то догонять, где-то повторять, а где-то опережать. Пусть она сделает все свои функции достойным образом. Или еще раз напомнит миру о Вознесении Церкви, еще раз напомнит миру о том, что есть вот этот праздник Торы. Но я хочу назвать несколько этих названий, что ли, которые есть у этого праздника. Шавуот – это то, что называется недели. Недели – это означает, что 7 недель после Пасхи. И есть еще несколько названий. Бикурим. Бикурим – это принесение первого плода. Это тоже этот же день. Ацерет – это когда заканчивается пасхальное время. Или тогда, когда мы уже говорим дарование Торы, а в Новом Завете еще и День Пятидесятницы. Вот как много компонентов входит в этот праздник Шавуот, или, как я уже назвала, разными именами. Но что касается дарования Торы. Вы знаете, я прочла как-то у евреев, они задают вопрос, почему Тора не получена, а дарована? Вот они для себя этот вопрос задали, потому что евреи умеют задавать вопросы. Почему дарование Торы праздник, а не получение Торы? Торы, потому что дарована она однажды, а получать надо откровение каждый день. Вот их мудрость в этом, да, сокрыта. Даровано откровение Тора однажды на все века, а откровение из нее нам надо брать каждый день и питать свою душу, и питать свой дух, и питать свое сердце. И вот, друзья, что написано о слове. Соломон сказал: «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». Кто-то говорит: «У меня нет времени на слово». Кто-то говорит: «Да мне неинтересно его читать». Кто-то говорит: «Да я уже давно прочитал и все знаю». Но здесь есть очень конкретное слово. Кто пренебрегает им, тот пренебрегает и причиняет вред себе. Но кто боится заповеди, тому воздается.
И тогда, когда мы начинаем понимать, что слово дано человечеству, я не знаю, друзья, я не представляю себе, если бы Бог забрал слово с земли вот сейчас, то как без этого слова жить? Потому что тогда вся скелетная составляющая человечества, она будет убрана, и тогда станет амебность общества. Превратится все это в какую-то жидкую массу, потому что нужен на самом деле тот скелет, на котором реально можно все остальное наращивать, что будет давать форму, что будет давать красоту, что будет давать гармонию и направление. И потому, если в твоей жизни какая-то сфера бесформена, получи слово на эту сферу. Если там все расползается, получи слово и встань на него. Потому что Господь говорит, не пренебрегай словом, это будет вредом для тебя. Но тогда, когда ты принимаешь слово и встаешь на него, то ты получаешь не просто основание, а ты получаешь преображение через это слово. Оно питает, оно формирует, оно вдохновляет и, еще интересно, возбуждает жажду. Чем больше человек не читает и не обращается к Библии, тем меньше она ему интересна. Чем больше проводит с ней время, тем больше восхищается Богом, Его гранями, которые Он открывает свои, и откровения для этого времени, в котором мы живем. И еще Бог дал нам знать через Псалом 137, «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Все имена сокрыты в Слове. Поэтому, когда мы проникаем в это Слово, мы начинаем больше и больше получать оттуда энергию жизни. И когда-то Соломон сказал в своих притчах, «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Это о словах. «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Я, друзья, рекомендую любой вопрос, связанный со здоровьем, спросите у Бога слово, которое надо съесть на этот предмет. Потому что если есть какие-то сферы в теле, нуждающиеся в Божьем вмешательстве, надо туда слово положить. Это лучше всякой таблетки. Вот у нас Алевтина говорила на ночной молитве. Алевтиночка, встань, пожалуйста. Давайте почтим этого человека. 87 лет. Она верный воин на всех ночных молитвах. И вот на этом, в этот месяц ей исполнилось, как раз, как я уже сказал, 87, 3, как она сказала, 3 года до 90. И этот человек, который в 50 лет имел большую историю болезни, а сейчас она приехала в санаторий, ей говорит, что болит? Она говорит, ничего. А зачем приехали? А просто подкрепиться. Друзья, в таком возрасте сказать такие слова, это верный Бог, который освободил ее от таблеток, но слово свое вложил, и молитвенное желание жить с Богом положил в ее сердце. И поэтому она ходит в радости, евангелизирует людям и говорит о Боге, а это ее подкрепляет. Потому что Бог так сказал, что это подкрепление для нас. Подкрепление, когда мы в радости, подкрепление, когда мы благовествуем. И она и то, и другое подкрепление взяла в двойном масштабе, и поэтому живет и радуется жизни в таком возрасте. И это подтверждает слово, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Итак, друзья, кто нашел? Никто просто взял и посмотрел на эту книгу и сказал, о, книга хорошая, она у меня будет лежать на почетном месте. Кто нашел конкретное слово, которое здесь написано. Поэтому задавай Богу вопрос о своей ситуации и получай слово. Как получил слово, встань на него и утверждай его в своей жизни. Потому что Господь, Он верный первосвященник исповедания. И поэтому все, что мы говорим, Он в этом сильно желает действовать. Итак, друзья, когда Господь дал это повеление, я иначе не назову, открыть церковь 8 лет назад, у меня не было в этом ни понимания, ни желания, ни намерения, не готовилась я никаким образом до этого. Я просто служила Богу тем, чем понимала и куда Господь приглашал. В этом была я действительно верна и делала все, что Он поручал. Но вдруг, когда Он сказал, что пришло время, чтобы накормить людей хлебом, и для этого надо ступить по водам и пойти по водам, то для меня это было неожиданно, это было очень вызывающе, потому что это действительно был вызов выйти из того, что уже комфортно, выйти из того, что известно, выйти из того, что обеспечено, и пойти с нуля что-то делать. Это на самом деле непростой выбор, но тогда, когда Бог говорит, ты понимаешь, ты не можешь сейчас просто этим пренебречь. Потому что Он еще и правда и сказал, что я тебе это даю повеление, но если ты это не сделаешь, то я спрошу с тебя, потому что народ будет умирать.
Я не хочу, чтобы Господь вот таким образом со мной имел отношения, да? Я хочу строить отношения, исходя из любви, исходя из почтения, исходя из доверия тому, что Он говорит. И тогда, когда уже решение было принято, тогда, когда стоял вопрос только о сроках, сейчас или вот в мае месяце, или в августе, только этот вопрос еще стоял. И когда я дала добро на август, у меня внутри пришло такое беспокойство, пришло такое непонимание, почему мне так плохо. Я же все-таки решение-то приняла, но просто лето отдохну, а в августе начнем. И вот эта тревога, она была до тех пор, пока я не сказала: хорошо, Господь, в мае. Вот в мае. Летом все разъезжаются, это же тоже некомфортно, да? Начинать в северном городе, на старте лета церковь. Комфортнее к осени. Это тоже логически так выглядело. Но когда было решение принято и в этом, небольшая просто предыстория, приехал один пророк к нам в город, которого попросили дать слово от Бога, и не я просила, просил другой человек, но он просил для меня, и он знал, а я с ним знакома. И когда он приехал, он мне говорит: я сказал, никто ничего не рассказывайте, что здесь происходит, почему меня попросили о слове. Я хочу передать точно то, что я услышал от Бога еще в своей стране. И поэтому он закрывал рты всем, у которых были вопросы по отношению того, что я делала, кто его встречал, кто с ним проводил время до нашей встречи. И как только он зашел ко мне в дом, первое, что он сказал: это то время. Вот, друзья, когда мы думаем, ну 3 месяца, какая разница? Новое начало должно быть в правильное время. Это то время. Если мы пропустим сезон сеяния, то жать будет нечего. И вот, вероятно, вот этот период с весны и все лето – это работа над полями как образ, чтобы потом к осени все пожать. И потому Господь тогда именно сказал: это то время, не пропусти его. Посмотрите, со стороны было много вопросов. Мне задавали их всех, с кем я встречалась. Зачем? Для чего? Ведь так комфортно. Ведь что-то лучше вы договоритесь и так далее. Но Господь точно знал, что Он делает. И правильное начало должно быть в правильное время и с правильным сердцем. И потому тогда, когда у меня все ноги и также, может быть, какие-то раны, какие-то состояния души, которые из-за того, что тебя не понимают, из-за того, что тебя не поддерживают, они могли быть дискомфортом внутри. Но тогда, когда, как вы понимаете, у меня день рождения накануне открытия церкви, и я уже со всеми попрощалась, той церкви достаточно, меня благословили в день моего рождения, отпустили, я думаю, ну все, нормально. Но накануне мне Господь сказал: ты не только пригласи ту команду, с которой ты собираешься трудиться, но тебе надо отдельно собрать команду, с которой ты трудилась. У меня опять вопрос: Господь, зачем? Я уже со всеми попрощалась. Уже все вопросы вроде на точки над «и» расставили. Есть много непониманий там или здесь, но в любом случае мы о чем-то договорились. И поэтому зачем? А он дальше не отвечает. Собери команду, с которой ты служила. И для меня это был такой, знаете, опять вызов. Потому что это опять некомфортно. Потому что это опять вроде бы ты хочешь уже все, оставить эту страницу, идти дальше, а Господь не пропускает дальше. И тогда, когда их собрала, позвонила всем и сказала: придите, пожалуйста, я хочу с вами встретиться еще. Они нормально отреагировали, но у меня вопрос: Господь, а что я буду делать с ними? Просто сидеть и говорить о том, что было? Не знаю. И он мне говорит: поблагодари каждого за то, кем он для тебя являлся в служениях в прошлые годы. И тогда, когда они пришли, они не знали этого задания, а Бог мне его дал. Я с первого человека говорю: вы знаете, обычно на днях рождения говорят пожелания. Но в данный момент я хочу каждому из вас сказать то, что вы для меня значили за эти годы. И когда я это перечислила каждому человеку, для меня это было, знаете, самое откровение, когда я стала озвучивать какие-то вещи, потому что каждый имеет талант, каждый имеет дар, каждый имеет опыт, каждый имел со мной какое-то соприкосновение в разных служениях, и поэтому влияли мы друг на друга. И когда я это все говорила, высказывала, то в результате одна девушка, которой я когда-то передала школу, она сказала: помнишь, как ты мне ее передавала? Ты взяла все, что у тебя было, и передала мне в молитве. То я хочу теперь, чтобы все, что ты назвала в адрес каждого человека, чтобы мы могли передать это тебе сейчас в молитве. Вот вы знаете, я такого поворота не ожидала. Вот это Господь. Вот это Господь. Потому что один человек не обладает всеми талантами и дарами, это естественно. И я знаю свои слабые звенья. Но когда они стали молиться, когда они буквально все стали на колени у нас в комнате, и каждый подползал ко мне на коленях, полагал руку, благословлял теми талантами и дарами, которые я им только что озвучила.
И это было такое взаимодействие, это была такая мощная Божья работа, когда мы говорим: «Господи, если мы соглашаемся и смиряемся, не понимая, почему ты это делаешь, то результаты нас будут удивлять и радовать». И потому я ни одного мгновения не пожалела, ни о том, что вышла на этот вызов, ни о том, что могла действовать вот так в смирении перед Богом и передавать свои чувства, свое сердце и продолжать это делать до сих пор. И слава Богу, друзья, потому что Господь, Он верный. Он верный, если вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он вкладывает в наши уста какие-то слова, чтобы нам иметь правильное начало, не просто новое, правильное. Потому что в правильном начале есть перспектива. Понятно, не начало славит дело, а конец. Финиш важен, и надо дойти до конца. Но без правильного начала нет правильного финиша. И поэтому Господь не хочет, чтобы мы ходили вокруг одной горы. Он желает, чтобы мы, взяв этот уже ориентир, получив эту цель от Бога, пошли в полном доверии Ему. И обещание, которое Он о нас сказал, Он обязательно исполнит. Так вот, этот пророк, который приехал и сказал: «Это то время», а дальше он прочитал из Иисуса Навина слова. То, что Господь ему сказал передать. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрата. Всю землю хеттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Друзья, вот это слово прозвучало в объеме многих мыслей, которые здесь есть. Почему Моисей, раб мой, умер на тот момент? О чем говорил Господь? О том, что открывается новая страница в истории человечества. И вот в этой новой странице нужно получать новозаветные направления. Нужно получать то, что Слово становится плотью и обитает с вами. Необходимо сейчас не остановиться. А он, кстати, не знал, что я молюсь за Россию, потому что это человек не нашей страны, и книги на английский тогда не переведены, и сейчас только на испанский переводят, на английском только отдельные части. Но тогда вообще этого не было. И поэтому он просто говорил о том, что Бог обещал мне когда-то дать, и Он это даст. Только оставайся твердой и мужественной, и идти с Божьим посланием до конца. Друзья, я благодарю Бога за каждого, кто в этой церкви решил также двигаться до конца. Потому что на самом деле люди, которые не серьезно к этим заданиям относятся. Они серьезно, может быть, христиане, себя уже приняли Христа и двигаются в этом, но несерьезно к таким масштабам они не удерживаются. Они не могут здесь остаться, потому что, говорят, слишком большие требования. Я сейчас не от своих, я требования не выставляю никому. Я говорю о Боге. Бог эти требования имеет к тем, которые становятся Его представительством. И потому, когда Он нам поручил царство, это та тема, о которой я хотела сегодня говорить, это голос тишины. И об этом я буду уже говорить не сегодня, потому что на самом деле, когда мы понимаем, что такое царство, и где оно находится, и как с ним работать, то вот это то, что мы потом можем распространять. Если мы просто знаем, что надо брать территории, если мы просто знаем, что надо брать города, этого мало, друзья. Надо идти на города и на территории, имея внутри царство. Вот тогда все, с чем мы встречаемся, мы это царство можем распространять, мы этим можем легко делиться, потому что ты не можешь дать из пустого кармана что-либо.
кроме пустоты. Но если внутри твоего сердца уже живет Царство Божье, и оно там уже обладает всем, и оно там уже укоренилось, то ты не можешь остаться на месте, ты не можешь просто быть наблюдателем, а ты только начинаешь тогда двигаться вперед и не можешь остановиться на достигнутом. Вы знаете, пропускаю сейчас часть, я думаю, что в следующие разы я это скажу. А сейчас я тогда хочу вместе с вами заглянуть в то слово, которое я получила вчера. Уже собиралась ложиться спать. Уже было поздно достаточно. Но вдруг я чувствую побуждение. Господь говорит, ну спроси у меня, что я хочу церкви передать. Думаю, Господи, надо же так, а? Я спать собралась, а ты мне... Слово хочешь сказать? Конечно, я хочу его услышать. Конечно. Чтобы его передать. И поэтому, друзья, передам сейчас, потому что время стремительно летит. Может быть, какие-то комментарии сделаю. Может быть, нет. Возлюбленная моя, драгоценная жемчужина в этом мире. Я не только наблюдаю за твоим развитием, а вникаю во все, к чему тебя призвал. Тьма усиливается, и свету моему в тебе пришло время воссиять ярче и интенсивней. Во время темной ночи и сгустившегося мрака даже самый слабый луч привлекает внимание. Но твой свет усиливается в темном царстве и еще больше виден с разных концов земли и вселенной. Я позвал тебя в это путешествие и никогда не оставлял и не оставлю. Чем больше света ты отдаешь, тем больше усиливаешься, так как тьма убегает, а свет еще более распространяется и привлекает внимание всех, кто устал ходить на ощупь во тьме. Светильник для тела есть око, поэтому все, кто привлекается в сторону моей невесты, становятся зрячим, и свет просвещает всякую тьму сначала внутри человека, а потом начинает прорываться наружу и становится видимым для окружающих. Восстань, светись, церковь моя, голубица моя. Тьма уже покрывает землю и мрак народы, а над тобой воссияет сам Господь и будет виден до края земли. Мое пришествие сравнивается с молнией, которая видна от края до края небес. Но сначала я покажу невесту свою и в царском убранстве. И это произойдет перед тем, как я заберу ее с земли. Тогда увидят, кем пренебрегали, кого унижали. Но времени уже не останется, так как это будет момент встречи жениха и невесты. В едином порыве моего духа и ветра взойдет ко мне на облака и скроется из вида тех, кто будет смотреть вслед с изумлением, восхищением и трепетом, так как начнут понимать, чего они потеряли и кто ушел с земли. А сейчас, мои дорогие, живые, живите каждый день, считая последним, размышляя о горнем и небесном. Ваши мысли и чувства привлекают небо на землю. Жатва созрела, и вам надо ее собрать. Придут голодные и измученные люди. Окажите им человеколюбие и заботу. То, к чему вы привыкли и считаете нормой, то для других это свежий глоток воздуха, опора для жизни и пища, которая подается с небес. Цените то, что имеете. Щедро делитесь с каждым, кого я ставлю на вашем пути. Последние годы вы могли переживать зону турбулентности. И чем ближе приближаетесь к сверхзвуковой зоне, тем больше трясет. В этот момент главное не остановиться, а усилиться и действовать. Прорыв произойдет очень быстро, и мгновенно окажетесь в моей тишине. Из нее все чувства... Все чувствуется и понимается по-другому. Из этой позиции все видится по-другому. И становится возможным то, что раньше считали невероятным. Когда Иов переступил эту черту, то смог от всего сердца и всего своего естества сказать: «А я знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». Так и вы познаете и увидите, как я осуществлю самые заветные ваши мечты, которые вы принимали от меня в моменты слияния моего духа с вашим. Итак, восстань, воссияй и войди в полноту моей радости и наследства, чтобы щедро делиться с теми, кого я приведу к вам. Год моих искупленных настал. И всегда помните, что для меня нет ничего невозможного. Пусть это слово, как Божье семя, проникнет в наши сердца, друзья.
Потому что Господь, Он на самом деле что-то творит уникальное. Он творит с теми, кто соглашается идти и не останавливаться. И поэтому я каждый раз побуждаю не сидеть на местах, а быть частью какого-то служения. Потому что служение, в которое мы вливаемся, оно нас формирует. Мы можем отдавать свою часть, но оно формирует нас как верных людей. Оно формирует в том, чтобы познавать больше Бога, больше узнавать других людей, кто вокруг меня, делиться этими талантами и дарами, потому что на самом деле мы созданы друг для друга. Поэтому я очень благодарна тем, кто на эти призывы уже откликнулся. Я благодарна тем, которые пошли на это служение, каждый в своем призвании, но вы же сами могли и испытать определенную Божью уже коррекцию своей судьбы. Когда вы начали с чем-то уже двигаться в чем-то, вы встретились с трудностями, встретились с какими-то ограничителями, с каким-то влиянием, потому что дьявол пытается удерживать на старте. Но если вы уже прошли вот эту зону, как точку отсчета, то проходите дальше. Понятно, что на любой компромисс придет атака больше, чем ты сидел бы на месте, потому что компромиссы Царство Божье не выносит. Царство Божье, оно покидает тогда территорию, где есть компромиссы. Это, знаете, о премудрости так сказано, что премудрость, она выходит на дорогу человеку и начинает его испытывать. А вот тогда, когда испытает его и поведет по дорогам, и будет даже мучить его, так написано, но потом она выйдет и с ним будет воцариться в его жизни, с ним будет сотрудничать. Но если человек отвернется, она отвернется от него. То есть это та нежная природа, как, знаете, Билл Джонсон говорит, когда мы понимаем, что Дух Святой — это голубь, то он не только в сердце, он еще и на плече может быть. Ходи так, чтобы этого голубя не спугнуть. То есть идет речь о том, что если мы носим внутри себя эту природу, то так, чтобы она была для нас ценна, что с этой природой я не буду смешивать никакой грех, с этой природой я не буду смешивать философию этого мира, с этой природой я не буду смешивать мнение людей, я буду эту природу, ее ценить, дорожить и охранять. Вот тогда, друзья, мы остаемся не просто в служении номинально, а мы остаемся в Его армии, мы остаемся в Его народе, мы остаемся людьми, взятыми в удел. И тогда мы переживаем, что великое утешение мы можем получать при любых ситуациях от Господа. Потому что скорбь и теснота всякому делающему беззаконие. Сначала Иудею, потом Еллину. Если ты оказался в скорби и в тесноте, то знай, что у тебя были предшествующие события. Но также и наоборот, благость, благодарение, благоволение, благословение, оно тоже предшествует образом жизни, когда мы выбрали Бога. И этот выбор сделали окончательным. Тогда всех идолов убрали с дороги. Тогда сказали: Господь, вот я, пошли меня. Я хочу сделать дело, которое ты поручил мне исполнить. Давайте поднимемся. Господь, я благодарю тебя за церковь твою. Я благодарю тебя, что ты поручил в этой церкви трудиться. Я благодарна Тебе за каждого, кого Ты сюда уже привлек, над кем Ты трудился и трудишься. Я благодарю Тебя, потому что то, что в нас уже произвела рука Твоя и Дух Святой, то это удивительные Твои процессы. И я очень благодарна Тебе, потому что на самом деле эти досочки, они одна по другой за другой заменялись. И мы могли это не замечать. Но сегодня это корабль, который отправился в дальнее плавание. Сегодня это корабль, который Ты назвал ледоколом. Проложить пути там, где их не было. Открыть дороги там, где были закрыты льдами эти воды. Но я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что если Ты дал вовремя начать, и это начало было не просто новым, а оно было в правильное время. Оно было с правильными отношениями с Тобой. Оно было, Господь, с учетом того, что Ты собираешь команды, и Ты соединяешь воедино однородное. Поэтому я благословляю, чтобы эти команды, они обрастали однородными представителями, чтобы никто не остался на пути. Если кто-то переживает эту турбулентность, если кого-то сейчас трясет, то дай понять, что сверхзвуковой самолет, он проходит эти слои. И там наступает тишина. И там наступает тишина. И последний хлопок — это крик дьявола, что он не смог ничего сделать. И я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы можем слышать за своей спиной эти хлопки, что дьявол потерял нас, потерпел поражение. И потому мы только летим вперед в Твое объятие. Мы летим туда, где нас ожидают Твои обещания. Мы находимся там, где Ты нас насадил. Мы хотим делать то, что Ты нам поручил. И я благословляю каждого человека познавать, что есть воля Твоя, единственная Твоя. Господи,
Господи, чтобы именно ее исполнять без всякого, без всякой задержки и сожаления. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты сверх сил ничего не даешь. Если Ты поручил, то Ты благослови довести начатое до конца, чтобы город пришел в движение, и Россия была отдана Христу. Я уже сейчас передала ее устами своими, сердцем своим, а Ты возьми в объятия. Ты возьми и произведи перемены, которые действительно, когда люди будут слышать, зазвенит в ушах. И я благодарю Тебя, Боже, что это подвластно только Тебе. Тебе это подвластно, и Ты не даешь задания, в которых не имеешь в виду участвовать. Если Ты когда-то проговорил это слово, то я имею в виду, что Ты это осуществишь. И сегодня уже многие люди взяли это в уста, как Твой тезис. Взяли это для того, чтобы получить плод совместный, потому что в одиночестве его нельзя получить. Ты подарил нам друг друга. Ты подарил делателей на ниве Твоей. Я за каждого Тебя благодарю. Я благодарю за каждого верного служителя. Я благодарю за каждого, кто не оборачивается назад, а идет вперед. Я благодарю Тебя за каждого, кто сбросил пелены предыдущие и веревки связывающие. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что мы можем сейчас сказать. А мы сейчас говорим, ангелы Божьи, которые отвалили камень от гробницы Христа. Отвалите камень от призвания России. Отвалите камень от этой земли, чтобы пошел источник живой воды. И я благодарю Тебя, Господь, что все камни, которые с веками были навалены через различные принадлежности любым оккультным практикам. Во имя Иисуса Христа все это легко разлетается, потому что любая пелена, она прорывается мечом Божьего Слова. И мы сейчас эту пелену прорываем. И я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты со своей стороны разодрал завесу сверху донизу. И мы сейчас говорим, больше никакая завеса, сотканная руками человеческими или демоническими структурами, она не может отделять эту страну от ее призвания. И мы благословляем Тебя, Россия, мы благословляем Тебя, страна наша, войди в полноту Божьего призвания и яви плод тысячи и миллионов спасенных людей, миллионы спасенных, миллионы и даже миллиарды. Господь, сколько Ты предназначил, все идите и ешьте, едите от Божьего стола и ешьте, пейте живую воду, одевайтесь в одежды хвалы, одевайтесь в одежды торжественные, снимайте все, что было отребьем этого мира, снимайте всякую ложь дьявольскую, снимайте с себя, снимайте со своих родных молитвами, исповеданием и верой, и я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, что до сего места Ты помог, но сейчас, в это новое начало мы уже вошли, когда целый год мы к нему готовились, а теперь мы переступаем эту черту и говорим, Господь, мы берем Иордан, проходя, мы берем Иерихон, мы берем все земли, которые нам принадлежат в Боге, мы забираем их для Христа, мы забираем все укрепленные места и говорим, падают стены легко, когда мы обходим верой, когда мы молимся верой, когда мы согласны с Богом, когда мы в этом единстве выступаем, как армия Христа, и когда звучат шафары, когда звучат трубы по Твоему повелению, тогда и приходит Твой прорыв, и русская душа, просыпайся, 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 как мы сегодня могли видеть и наблюдать, что русская душа, она поднимается, она поднимается, она поднимается и раскрывается в талантах и дарах. И я благодарю Тебя, Господь, что искусство и творчество мы также посвятили Тебе, и мы не позволяем дьяволу его использовать. Это нелегально. С этого момента, дьявол, нелегально использовать таланты для того, чтобы умножать зло. Нелегально, потому что мы забираем эти таланты во славу Христа, находящиеся в России, находящиеся в Санкт-Петербурге. Особенно это город, как духовная столица, где много творческих людей, и мы забираем их для Тебя, Отец. Мы забираем их для Тебя, Господь. И в день рождения мы Тебя просим, если Ирод мог сказать, и этой дочери Иродиады, проси, что хочешь, то тем более наш Отец в день рождения говорит, проси, что хочешь, а мы говорим, город и страну мы принимаем от Тебя, Отец. Город и страну мы принимаем преображенной и сильно влияющей на другие страны и города, и мы просим у масштабного Бога масштабное желание. И я благодарю Тебя, что приняв от Тебя задание, я передала Тебе страну, а теперь принимаю ее преображение.
преображенной. Преображенной принимаю из твоих рук, Господь. И какие процессы ты сейчас запустил, то ты знаешь, как их осуществить до конца. И я благодарю тебя, что есть рядом молящиеся, есть рядом верующие в то, что это реально. Потому что для нашего Бога нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Ты сказал, я Господь Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Ты сказал Моисею, но и мы услышали. И потому говорим, Господи, для тебя нет ничего невозможного. Если тогда Моисей просил накормить мясом, а я прошу, накорми небесным хлебом. Накорми хлебом и мясом сверху. Накорми, Господь, медом и молоком. Накорми каждого. Накорми каждого. Накорми каждого, кто истомился. И просвети очи тех, кто ходит на ощупь. Благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть церковь твоя живет. Пусть церковь твоя процветает. Пусть жемчужина растет до уровня твоих ворот в Иерусалиме. Чтобы проходили спасенные в новый город Иерусалим, устроенный тобою. И я благодарю тебя, Господь, за всех молящихся в ночи. Я благодарю тебя за всех ночных стражников. Я благодарю тебя за все молитвенные щиты. Я благодарю тебя за каждое молитвенное направление. Я благодарю тебя за прославление левитов. Я благодарю тебя за все служения, которые сегодня были представлены. Я благодарю тебя за душепопечителей, как врачей духовных. Я благодарю тебя, и нам предстоит энкаунтер на этой неделе. И я благословляю каждого, кто будет прикасаться к душам людей. Я благословляю особыми инструментами, тончайшими, проникать глубоко и доставать сокровища, освобождать от любой лжи врага и это делать профессионально, имея тебя своим водительством и руководством. Я благодарю тебя, Господь, за медиаслужение, которое позволяет этому распространяться по всему миру. Я благодарю за каждого, кто за кадром, кто сейчас не в кадре, но я благословляю их быть, Господь, в твоем кадре всегда. Пусть, Боже, они получат твое благословение в большем масштабе и большей мере. И я благодарю тебя, что и дети под покровом. Я благодарю тебя, что молодежь имеет наставников. Я благодарю тебя, что и подростки получают особую заботу в этом году. Я благодарю тебя за всех, кто принял эту ответственность. Слава тебе! Слава тебе, любимый! Слава тебе, верный! Слава тебе, мощный и сильный! За тех, кто молится за землю и страну, особая благодарность! Особая благодарность, Господь! Потому что ты поднимаешь своих офицеров, а не только воинов. И я благодарю тебя за все регионы, которые присоединились в этой молитве. И в хвале тебе за результат. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаем Богу славу, который отвечает на молитвы. За все ответы мы уже сейчас Его благодарим. Не просто, что мы можем возносить Ему свои желания, а Он тот, кто дает ответы. И говорит, будет вам, что вы скажете. А мы уже сказали. А мы уже попросили Россию для Христа. А мы уже это сделали. И Господь поставил свою печать. Слава тебе, Господь, за это. Слава тебе. Друзья, если есть у кого-то желание, то надо быстро прийти, чтобы мы помолились за вас. Если есть такие люди, то быстренько сюда вперед, потому что это единственная возможность сейчас не остаться, единственная сегодня, я понимаю, возможность не остаться в стороне от Божьего Духа, от Божьей работы. Поэтому выходите, нет, вперед, сюда, сюда, к сцене. Выходите, если есть еще желающие, присоединяйтесь. Как вас зовут? Ксения. Давайте, друзья, благословим Ксению, потому что есть на самом деле странствующие люди. Ксения — это странствующая. И по земле много есть странствующих людей, которые так и не нашли свою дорогу. Но, Ксения, для вас сегодня открывается путь в новую жизнь, в новые возможности, потому что Господь их не оставит за кадром для вас. Приходите, если вы желаете, еще присоединяйтесь, потому что это на самом деле важный момент жизни, когда человек может позвать Христа на территорию своей судьбы. Благословение. Вы можете поставить рядом своих родных, раз вы вышли. Друзья, на самом деле сегодня день спасения. И, да, кстати сказать, международный день спасения. Это я тоже узнала недавно. Еще один праздник. Международный день спасения. Вы сегодня ответ на праздник. Слава Богу. Но мы делаем, конечно, каждый год, чтобы целый год был Днем Спасения. Но сегодня как-то вот так. И поэтому, кто желает еще присоединять своих родных и близких, делайте сейчас это. Потому что на самом деле каждый из нас, он очень много значит в глазах Божьих, и наш голос значим. И сейчас, когда мы можем присоединять ваши голоса, как вас зовут? Елена, а вас? Евгения, Наталью мы знаем. А, вы хотите своих родственников поставить, да? Хорошо, друзья, тогда мы сейчас, я предлагаю вам вместе со мной повторить важные слова, потому что Господь поделился словом. Вы знаете, что ни одно животное словом не владеет.
Попугаи могут что-то произносить, но вообще неосознанно, просто потому что так как-то Бог устроил их состояние, но только человеку Он дал разумность в слове. И это слово становится ключом к переходу в новую жизнь, когда мы можем этим словом сказать Господу, кто Он для нас значит. Просто Его позвать на территорию сердца, даже если вы с Ним не знакомы, просто сказать: «Иисус, войди на территорию моего сердца». Это нормально, если вы с Ним раньше не встречались, быть незнакомыми, да? Но когда встретитесь, вы его узнаете. Это на самом деле потрясающее путешествие в жизни, идти со Христом по жизни дальше. Поэтому я сейчас предлагаю вам повторить за мной эти слова. Те, кто родственников, ставьте рядом родственников, а мы, те, кто в первый раз это делает, делаем это сейчас. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, и я привожу моих родных, потому что я не хочу один получать спасение. Мне важно принять спасение из рук Спасителя, которые были пронзены за меня. И я благодарю Тебя за высокую цену, в которую Ты меня оценил и положил цену жизни Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости мои грехи, запиши мое имя в книгу жизни, дай моему духу родиться свыше. Я прошу Тебя об этом. Возроди меня для вечности. Жизнь на земле имеет ограничения, а вечность никогда не закончится. И я хочу быть к ней готовой. Поэтому войди на территорию моего сердца и благослови меня Твоим благословением, Твоим спасением, Твоим преображением. И дай мне войти в свое предназначение. О чем Ты мечтал, когда Ты меня еще творил в утробе, для того, чтобы на этой земле явился Ты в особых дарах, в особых талантах. Проявляй через меня эти таланты. Я благодарю Тебя, что верю в жертву Иисуса Христа. А Ты укрепи мою веру. Вложи в меня Твои слова и научи меня молиться и ходатайствовать за тех людей, кто будет рядом со мной. И прямо сейчас своих родных и близких я также полагаю к Твоим ногам. Проговори к их духу, к их сердцу. Рождение свыше подари им. В этот день спасения я принимаю и делаю этот выбор. Быть спасенной навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. Ксения, подойдите сейчас к Елене. Кто еще вышел? Также Леночка, подойдите вот к Елене сзади вас. И кто первый раз вышел, подойдите, и она вам скажет важные слова. Друзья, наше служение сейчас уже заканчивается. Буквально пару слов хочет сказать Женевьева. Быстренько, да? Постараюсь сказать быстренько. Я здесь не так часто бываю, поэтому я переживаю и волнуюсь. Попрошу меня строго не судить. Ситуация. Я пришла сегодня сюда и поняла, что мне нужно будет выйти и сказать какое-то слово. Я думаю: Господь, в смысле? Зачем? Я думаю, что же я буду говорить? Бог такой: ну, поделись просто тем, что у тебя есть на сердце. А делиться тем, что есть на сердце, еще сложнее. Поэтому я прошу двойной благодати для своего выступления сегодняшнего. Я подошла, попросила разрешения, мне разрешили, и тут мы сидим, и Татьяна мне говорит, что она совершенно не знала о том, что я буду сегодня выходить и что-то говорить, что она увидела, как Бог дает мне микрофон и подбадривает меня, говорит: «Дочь моя, выходи». Так вот, зайду издалека. Есть такая часто повторяющаяся мысль у людей о том, что да лучше бы я вообще никогда не рождался. И мы многие знаем ответ на этот вопрос, мы знаем, что это ложь, мы знаем, что на самом деле мы избранные, что у нас множество даров, у нас множество талантов, что без нас этот мир, он был бы бледным. Мы созданы для чего-то, у каждого из нас есть великая цель, великая миссия, и это Бог в нас вложил, это да и аминь. Есть другая мысль, которая есть у меня, и она более глубокая в этом же направлении, о том, а зачем вообще нужно было все это создавать? Ну, зачем? Ну, по-моему, ну, это просто какой-то... Ну, ладно, неважно.
И единственный ответ, который был для меня ответом, можно сказать, это не совсем ответ, это то, что я не до конца утверждена в том, что Бог благой. И я хочу сказать, что если у вас также есть какие-то такие переживания, если вы верите в какую-то ложь, хочу, чтобы мы сейчас все вместе помолились об этом и просто прямо сейчас разрушили всякую ложь о том, что нам дьявол что-то наговорил плохое о Боге, и поверили в ту истину, которая есть на самом деле, в том, что Бог, Он благой. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день, я благодарю Тебя за это время, которое Ты избрал для того, чтобы мы отказались от всякой лжи, чтобы Ты ее искоренил, чтобы Твои ангелы, они пришли и забрали просто всю ту ложь, которую дьявол насаждал годами, может быть, даже десятилетиями. И я просто насаждаю сейчас Твою истину о том, что Ты благой, что Ты любящий, что Ты все создал во благо для каждого из нас, и что Твои планы не просто на каждого из нас, они гораздо больше того, о чем мы представляем или помышляем, а что Твои планы на весь этот мир, на все Твое творение, они гораздо лучше, они прекраснее, и они насыщены Твоей жизнью и здоровьем, и радостью, и весельем. Во имя Иисуса Христа я молилась. Аминь. Я благословляю вас жить в Божьей истине, жить в Его благости, жить в Его любви и жить в Его радости. Аминь, друзья. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом.